Юха, ты меня топишь, чувак. Открой дверь. Юха, что ты делаешь? Ты меня топишь, чувак. Да, чувак. Давай попозже как-нибудь решим этот вопрос. Ты бреешься? Зачем тебе бритва? Тебе же нечего бритить. Казалось бы, нажал на курок и все. Вот ты есть, а вот тебя уже нет. Люди такие хрупкие создания, даже от простуды могут умереть. Банальная простуда. Почему все так устроено? Почему мир такой сложный и жестокий, а его создания такие хрупкие и беззащитные? А может, не все так и плохо? Что, если мы сами все накручиваем? Возможно, людям стоит меньше заморачиваться по пустякам и стараться жить оптимистично. Смогу ли я стать оптимистичным? Да легко, ничего не идеально. Даже механизм, который был создан с точностью до миллиметра, дает осечки и...